Всем привет, друзья! На проводе, как обычно, Саныч. Друзья, сегодня BMW K1600 GTL. Друзья, на этот раз мне нужно будет добраться до свечек, ну а конкретно до катушек. Заказали две катушки новые, оригинал. Нужно поменять, потому что у них проблема. Если кто знает, у кого есть такая техника, то кто знает, вот катушечки. Вот эти две катушки нужно будет поменять. Еще их нужно будет проверить на омность. Я надеюсь, что те нерабочие, они что-нибудь покажут. Вот, не такое значение, как у этих новых. Ну, подключали на компьютер, то показывала вроде бы первая, четвертая свеча. Проблемы, не работает. Оно иногда бывает работает, пробивает, то не работает. Ну, в общем, такое. То как бы владелец принял такое решение взять и заказать их и поменять. Ну, они вообще вроде бы каждых там... Не знаю, каждые 20 тысяч нужно менять эти свечи, эти катушки. Это просто нонсенс. Ну, они сырые, вот эти, как бы первые, они проходили по возврату, по компании возврату на BMW. То, не знаю, меняли их, не меняли. Ну, в общем, у всех вот такая проблема. Эти катушки, что-то с ними там творится вообще. Так что нужно будет сейчас вот это разобрать, вот эти боковушки с той стороны, вниз, ну, в общем, добраться до, вот она, вот эта катушечка, кажется, она очень близко, но чтобы все снять, потому что я буду все свечи откручивать, все катушки снимать. Кстати, здесь ранее уже менял свечи я. Наверное, ну, в начале лета это точно менял свечи, новые ставили, оригинальные. А где-то месяц назад я разбирал, добирался до первой свечи, так она вообще просто ржавая, улет, ржавая, все остальные нормальные. То есть это говорит о том, что туда попадает влага. Вот. Ну все, в принципе, разбираем и будем все как бы смотреть. Не буду снимать, как я разбираю этот пластик, потому что, ну, друзья, это же элементарно. Откручивайте все шурупы, болты и так далее и тому подобное. Все, что попадается под по пути, скажем так. Ребята, освободил вот этот сектор от пластика. И снял радиатор. Он крепится на трех таких точках. Снизу и... две сверху, там снимаются защелочки, и он немножко выходит, и вниз можно его подать. Теперь сложность выкручивания свечек и вообще вынимания вот этих катушек состоит в том, что здесь очень-очень близко рама к крышке клапанов. Вообще здесь практически места нет, чтобы что-то откручивать. Но все же специальным инструментом можно это сделать. Еще нужно вынять из трех гнезд, раз, два, и с той стороны сидит вот такая трубочка. Это трубка, которая выходит, и на нее одевается вот здесь вентиляция картерных газов, скажем так, сапун. Вот, так что это нужно вынять. Здесь нужно, они очень так плотно на резиночке, вот эта резиночка, они плотно сидят, три в трех гнездах. Я смотрю, код запчасти здесь не такой, как я заказывал, но все равно, наверное, они, может быть, поменяли каталожный номер. Но это не суть. Главное, чтобы она все по величине, по всем параметрам была. Ну, она одинаковая. Я смотрел полностью
на разные года, и одна и та же самая катушка и шла. Тот же самый номер. Так что ничего страшного. Вот и первая катушечка. Смотрите, в каком она состоянии внешне. Сейчас откручу еще свечку и покажу. Вот это так и было. Когда первый раз я сюда полез, вот здесь было отломано. Я одел, фиксации нету, и я вынужден был герметиком его зафиксировать. Вот. Здесь есть порванная. Я думаю, влага, наверное, и попадала через эти отверстия. Ну, посмотрим, что там с кодом. Ну, смотрите. Так, 77, 22, 679, в новой 0,4, здесь 0,2. Потом 10, 22, 89, 10 CN. Так и есть. Пульс 12, 20, 12, 20. У новой 21,7, а здесь 23. Потом 2, 4. Ну это год, короче, 27 число и 12, наверное, месяц. А здесь 19 год. Ой, 12 год, а здесь 19 год. Ну, в общем, вот такая шняшка. Сейчас еще проверю омы. А теперь посмотрите, какая вот эта первая свечка. Снаружи, конечно же. Это была новая свечка. В начале лета. Иридиум. Сейчас откручу все остальные, и можно будет их сравнить. Друзья, вот перед вами 6 катушек, 6 свечек. Первая свечка в ужасном таком состоянии внешне. И вот четвертая, вот начальная стадия, скажем так. Сейчас я буду проверять их на сопротивление. Бьется там 3 контакта идет в катушке, вот 3 контакта, но бьется вот только, пробивается только вот те правый и средний, больше других вариаций нету, скажем так. В мануале я ничего не нашел про катушки, чтобы их проверить. Не знаю, может быть, я так искал, может быть, не тот мануал. Ну, в общем, смотрите, я не знаю, видно вам, не видно. Как-то так вот поставлю, да, чтобы, может быть, было видно. Так, теперь 54, как и новые. Теперь беру новую. Новая катушка, чтобы вы видели. Также ...54. Идем вторая. ...56. Третье, 54. Четвертое, 54. Пятое, 54. И шестая
54. И, друзья, давайте еще вторую катушку. Ну, давайте еще две вот этих новых проверим. Так, еще раз. Одна. 54. Ну, 0,54. 54. Все, друзья. Вы сами, в принципе, увидели. Давайте еще раз вот эту вторую. Что 56. Мне кажется, что вот эту 56 нужно ее менять. А, смотрите, 54 показывают. Интересно. Давайте еще раз. Блин, да что ж такое? уже 56. То есть что-то здесь с этой катушкой не то, друзья. Вот реально, что-то не то. Давайте я замкну. По нолям показывает. По нолям. Так. Давайте еще раз. 56. Друзья, 56 показывает. Так что вторая катушка. Мне кажется, что ей кранты. Хотя она, ну, как бы нормально выглядит. Свеча нормально выглядит, смотрите. Ну вот электрод вот этот внешний, как бы он какой-то белый. Белый, хотя везде, ну, везде тоже как бы, но здесь не очень белый. Здесь белый. Сложно сказать, реально сложно сказать. Сейчас нужно менять и пробовать ее, этот мод подключать к компьютеру. Вот такое. Сейчас будем определяться, что менять. Ну, вот эту вторую, блин, ну 56. Скорее всего, что что-то. Вот смотрите, как порван, да? Вот сверху, да? И хочу сказать, что смотрите, если посмотреть, это 12-й год катушка. Это 11-й. 11-й, 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 и здесь 11-й. Ну, я так думаю, что это год. Может быть, я ошибаюсь, конечно же. Ну, здесь 12. Здесь 27-12. Друзья, значит, смотрите, позвонил я товарищу Лёше, и он его читал по компьютеру, и показывала вторая и четвертая катушка. Вот все пока что сбегается, вторая совпадает с компьютером, но четвертая тоже как бы пробивает нормально. Ну, решили мы вторую 100% и четвертую меняем. Первая остается. Вот эта поломанная, она остается. Как ни печально, но она остается. Вот, так что меняю вторую и четвертую. А потом уже увидим. Все, сейчас закручиваю свечки обратно. Не знаю, менять их, не менять эти свечки местами. Наверное, не буду менять местами для чистоты эксперимента. Мало ли, вдруг покажет что-то опять то же самое, как бы, то уже будем что-то свечками менять.
как бы мутить. Ну, то же самое уже не покажет, 100%, 100% уберется второй цилиндр и четвертый, я думаю. Друзья, уже темнеет, а я только все собрал. Вот. Сейчас хочу завести. В принципе, ничего не будет, потому что он как бы и работал, он приехал, работал нормально. Он когда долго постоял, то говорил хозяин, что вот такая проблема бывает. И на ходу то дергается он, то троит. Так, что там у нас? Нейтралка. Поездит, скажет, я обязательно вам видео расскажу, какое, и когда проверим на компьютере, тоже скажу. Ну а пока, наверное, все. Ребят, привет! Даю обратную связь от владельца по GTL-ке. Значит, уже прошло около 2 недель. Человек не так много, конечно, катался, потому что были холода. Но все-таки ездил и говорит, что нету никаких проблем уже, тех, которые были. Нету троения, когда резко наваливаешь. Ну, в общем, в принципе, ситуация разрешилась. Так что вот такие дела. Я думаю, все-таки одна катушка, четвертая, та, которая пробивалась 54, то она как бы более-менее рабочая. Ну, я думаю, рабочая. А та, которая 56 была, та как раз и показывала на компьютере, что что-то с ней не то. Вот. Ну, такое дело. Будет, если что, на запас. Так что все, друзья, по GTL-ке все. Всем хорошего дня. Спасибо, что были со мной. Обязательно поддержите это видео своим лайком и комментарием. Всем пока.